Ну, игра, скажем, сегодня была за 6 очков. Ну, и это отложило отпечаток на качество игры как у одной и второй команды. Было много борьбы, минимум голевых моментов, поэтому, наверное, нулевая ничья – это, наверное, закономерный результат. Да, «Шахтер» владел больше территорией, но, опять-таки, это были объективные причины, что все-таки не в оптимальном составе мы играли, но не проиграли, и это главное. То есть по борьбе, по самоотдаче, конечно, респект ребятам. Ну, в первом тайме у «Шахтера» было территориальное преимущество, а после перерыва наша команда вышла как более настроена на атаку, на атакующие действия. Вот что сказали ребятам в перерыве? Ну, то, что ничего страшного нету, вы можете играть. И, в принципе, опять-таки, немножко по обороне подсказали, где мы не успеваем. И в результате чего у «Шахтера» постоянно мяч был. Во втором тайме, да, было немного получше, но, опять-таки, все-таки результат давлел. У «Шахтера» довольно много высокорослых игроков в группе атаки. Насколько это сказалось? Ну, мы готовили их к этому, и стандарты опасные очень. И фланговые передачи, то есть должны были закрывать и фланговые передачи, плюс работали над стандартами, как действовать. То есть, в принципе, у «Шахтера» не было, так сказать, не могу сказать, был один полумомент, когда немножко не доиграли. А так, в принципе, справились, то, что просили, то сделали. И насколько проблемы с составом осложнили жизнь к сегодняшнему матчу? Ну, я не могу сказать, что так уже осложнили. Все ребята, в принципе, они могут играть. Да, хотелось бы в середине. Два человека потеряли из-за болезни, из-за карточки. Плюс фланговые игроки тоже после болезни участвовали в игре. Поэтому, да, было немножко сложновато. Особенно ребятам, которые после болезни только набирают кондиции. Ну, еще раз говорю, справились, распределили нагрузку, и все получилось. И в концовке матча это было тревожно за команду, потому что «Шахтер» организовал навал на наши ворота. Это намеренно Гомель отдал инициативу? Нет, это уже все-таки, опять-таки, уже счет 0-0, не такой плохой результат. Поэтому, да, может быть, прижались, но, опять-таки, были выходы хорошие. Мы сами теряли мячи и позволили «Шахтеру» давление организовать в концовке. Много борьбы было сегодня на поле. Ну, это понятно, потому что принципиальная игра. За медали, можно сказать. Никто не хотел уступать, и поэтому качели были в основном по ходу игры. Как и одни, и другие могли забить. А счет, как ты считаешь, по игре? Я считаю по игре, потому что удары были опасны у одних и у других. Ну, не часто доводили, но были моменты забить и у тех, и у других. И плюс, как я уже говорил, игра то в одну, то в другую сторону складывалась. Первая команда вышла более настроена, чем это связано? Ну, тренер дал установку не бояться, гнуть свою линию. Ну, мы его вдохновились, наверное, его словами и начали больше созидать в центре поля. Больше стало получаться заигрывать и выходить из обороны. В концовке игры вот «Шахтер» был 5, наверное, 7. Навал на ворота, с чем это связано? Ну, в конце уже отдали инициативу «Шахтеру». Они начали прессинговать, атаковать. Мы сели на свою половину поля. И, да, приходилось уже отбиваться. Мы заняли второй позиции, играли вторым номером. Игра, последняя игра была не так давно. Хватило ли времени для подготовки к «Шахтеру»? Ну, на самом деле, хотелось бы больше времени для отдыха, потому что ноги тяжело чувствовались. Особенно, сколько там, пару дней было перерыва буквально, и у нас не было отдыха после предыдущей игры. Ну, такой календарь, приходится играть.